Татьяна Василькова, местная жительница вот этого поселка Нептун. Работаю за библиотекой местной. Расскажите нам про поселок Нептун. Ну, поселок Нептун, наверное, назвался от того, что он располагается на берегу реки Добосна. Вот поэтому, наверное, название и пошло Нептун, так как бог воды Нептун, морей. Поселок Нептун где-то образовался в 20-е годы. И вот оттуда и пошло название. Ну вот, наверное, было связано что-то с водой. Так понимаем. У нас в Кировском районе более 130 деревень с очень интересными названиями. Не исключение и деревня Нептун, хотя практически она находится в черте Жилич. Раньше так мы и считали, что это улица Жилич, но на самом деле это отдельная деревня, которая так и записана на всех почтовых адресах, где указана деревня Нептун. Произошла эта деревня весьма интересно, по рассказам наших старожилов. Якобы один из управляющих нашего пана, Игнатия Булгака, получил жалование довольно большого количества, большого размера. И вот благодаря этому он построил там дом. И вот с этого дома началась деревня. Хозяйство. Тоже на 20 лет держим. Две коровы, свиней, куры. Ну, это большое подспорье. Ну, доход. И всегда свеженько у себя на столе. Детям помогаем. Вот вы сейчас стоите в таком костюме, я не верю, что у вас две коровы и свинки. Ну, придется поверить. Каждый день меняете облик. В библиотеке один. Да. У себя дома другой. Дома другой. Вот такие ушастые. Дырки, 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 дырки. Кс-кс-кс-кс-кс. Дырки, хвосты какие-нибудь. А что видно? Картошку, кондикорм, зерно. Маечка, Маечка, иди сюда, ходи,
Ой, хороший. Сколько лет? Ей 7 месяцев. Февральская. Почему же назвали Майей? А у нас предыдущая ее была бабушка Маечка. Ну, как? Фамильная? По традиции, да, фамильно. О! Ади, мой маленький, ну ладно, я тебя трогать не буду. Я не знаю, что это и люди хотят. Это и люди хотят узнать, с чего начинался поселок Нептун. С чего? С колышка. Я первая строилась, вот, с колышка. Поставил архитектор и уехал. А тут заросник был, так, как и на той стороне. Разрабатывали все. Ой, не рада была. А тогда уже и пошли. Во, мы одни были, не козенька, школа была старая, и мы, их заросник кругом. Ни это его не было, ни это, и ничего. Ну, а потом уже и пошли. Рады, что мы начали разрабатывать. И пошли. А когда же это все было? 50 лет тому назад, даже 52. Место хорошее, тихое. Ни машин, ни ма. Ну, достроились от спирос туда и сюда. Уже тут личная машина взад-перед ходит. А раньше этого не было. Теперь уже тракторы, все. Выйдя кто-то, так диво смотришь, что у нас машина едет. Ваш дом очень старый. Мама говорила, 51-го года. Он старый, но отец был... как бы специалист-строитель, поэтому сам он делал все изначально крепенько. И фундамент, и шалевочка, все, отборный был материал у него. А мы только сейчас подкрашиваем под... ну и так, в общем. Похоже, что вы унаследовали его золотые руки, судя по вашей мастерской. Ну да, отец занимался этим, ну и я так. Хобби мое такое. Хобби? А профессия? А профессия? Я работаю в музее. Сотрудник музея-смотритель. Вот. Ну, а так столярничаю по своему, так сказать, желанию такому. Ну, факту, что это больше мне нравится в жизни. Как бы, ну, нравится все это. Стало тут хорошо. Нормально тут. Люди строятся, никто тут не собирается это все. Наоборот, что-то взялись, как говорится, за все это. Ну, я думаю, будущее здесь будет.
я так вот предполагаю, что поселок будет расстраиваться. Есть для этого все. Дома у нас пустующих нету здесь. Все, если кто-то что-то продает, все заселяется, домов пустующих нет. Ну, все, наверное, хотят жить возле дворца. Вот, да, наверное, да. Рядом агрогородок, конечно, и перспектива есть. Земли как бы, ну, пару гектар есть, поэтому надо все это успеть в оптимальные сроки посеять и органику вывести, и запахать, и посадить, и все-все-все подготовить. Как вы этой осенью? Счастливый хозяин на земле? Ну да, вы знаете, в этом году урожай неплохой. Всего, и зерновых, и картошки, и поэтому, ну, год удачный, скажем так. Всего хватает, даже излишки можем реализовать. То есть сытая будет зима? Ну да. Ну, у нас, в принципе, все время сыто. Не так, 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 ну, нормально. Не голодаем, скажем так. А что значит не так, так, так? Ну, если нету картошки, то зерновые. Нету зерновых, значит, горбузы. Нету, значит, бураки. Всегда что-то хозяйство накормлено, значит, и дома достаток будет. Я скажу так, я оставался здесь, когда все было здесь стабильно. Совхоз был миллионер, довольно крепкий, все, вот строились дома тут, и поэтому как бы, ну, это все было нормально, жизнь кипела, била ключом, поэтому, ну, скажем так вот, ну, а куда уже? Я никуда не хочу уже. Я, наверное, патриот. Приезжайте. Хочется, чтобы наш агрогородок и в том числе поселок Нептун пополнялся молодыми семьями, детьми, чтобы звучал здесь детский смех. Хотя сейчас только больше звучит летом, когда приезжают внуки к бабушкам. А хотелось бы, чтобы это было всегда.